Привет, Коктебель! Мы приехали на семинар и заселяемся в свой шикарный номер. Что мы сразу видим? Осмотрим комнату. Так, где тут свет? Так вот, ну немножко, может, темновато. То есть вот как мы заходим, у нас тут сразу гардеробная, шкафы. Посередине холодильник, сейф, разные отсеки. Потрясающая комната, огромный номер. Шикарное зеркало, телевизор, плазмочка. Все продумано, очень уютно, красиво. Шикарная кровать. Ну, конечно же, уже ноутбук заселился самый первый, потому что мы приехали не просто отдыхать, но и работать. И посмотрим нашу ванную комнату. Ух ты! Вау! Просто вау! Как красиво, супер. Ох, фен есть, все в мраморе, шикарный душ. Ну все, огромная классная комната, красивые полотенца. Так, и лоджия. Идем на лоджию. Привет. Привет-привет. Ты уже заселился? Да, наслаждаюсь видами парашютистов. Знаешь, нас там вот, по-моему, море видно. Да, его и видно, и слышно. Слышно, слышно. Так здорово, что у нас не с видом на бассейн, где шум, гам. Ух ты, и летают. Наверное, я тоже полетаю. Вам видно? Так, ребята, шикарная лоджия, огромная. Сейчас вам покажу. От начала до конца, Миша. Миша, как ты добрался? Отлично добрались. Сколько мы? Двое суток в пути, да, были? Нет, меньше. Меньше? Да, мы ехали на поезде, ехали на автобусе, плыли на пароме. Потом опять на автобусе, потом на Мерседесе. Да, мы прочувствовали все виды транспорта, практически все. Нам только осталось полетать. Да, ну Лиля осуществит и эту мечту тоже. Угу. Я уже осуществил. Да, ты привез свою ногу с собой. Отлично. Ну все, до встречи, ребят. Пойдем осваиваться, осваивать новые территории. До новых репортажей. Да, пока-пока. Пока.